Добрый вечер. В прямом эфире «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Мурат Джанкёзов. Сегодня Министерство юстиции России отмечает 220 лет со дня образования. С утра в Черкесске члены Министерства юстиции России по Карачаево-Черкесии вместе с президентом Республики Абхазия Асланом Бжани в сопровождении председателя Союза абхазских добровольцев Мурата Жирова и председателя общественной организации АБАЗа Умара Кончева возложили цветы к памятнику нашего земляка, министра юстиции Российской Федерации с 1993 по 1994 год Юрия Хамзатовича Калмыкова. 220 богатых на события лет. Сегодня в Черкесске представители Министерства юстиции Карачаева-Черкесии отмечают крупную дату с момента образования ведомства. Подробности у Карчи Беджиева. Уже более двух столетий Министерство юстиции стоит на страже закона и справедливости. Избрав для себя путь служения Отечеству, работники органов юстиции сохраняют лучшие традиции и приумножают опыт своих предшественников. Сегодня в Черкесске прошло яркое мероприятие, на котором присутствовали гости из различных ведомств, связанные каким-либо образом с буквой закона. Для меня, будучи председателем комитета по делам национальности, всегда экспертиза Минюста была самым важным документом, потому что я считаю, что именно в нашем Минюсте работают профессионалы, и для меня было очень важно, чтобы именно их экспертиза всегда стояла у нас в наших документах. 220-летию Министерства юстиции была издана книга под названием «Нет величия там, где нет справедливости», в которой описывается весь исторический путь ведомства. За добросовестный труд особо отличившихся сотрудников Минюста наградили почетными грамотами. Изменения были, конечно, колоссальные. У нас впереди еще много работы. В этом мне помогает мой коллектив, управление Минюста по Карачаево-Черкесской Республике, грамотные специалисты, эксперты, высококвалифицированные. Это моя гордость. В наши дни Министерство юстиции России – это мощная централизованная система органов и учреждений, выполняющих важнейшие государственные задачи по укреплению единого правового пространства страны и соблюдения законности и правопорядка. Этот праздничный день хочется пожелать коллегам, ветеранам юстиции успешного преодоления трудностей, счастья, здоровья, любви, успехов, веру в будущее, веру в правое дело и всего самого наилучшего. Работники Министерства юстиции, как и многие другие слуги закона, работают не покладая рук, и только сегодня они могут себе позволить насладиться их днем. Но даже сегодня они пришли на день рождения своего ведомства после трудового дня. Карча Беджиев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию сегодня официальная делегация из Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжани посетили школу аула Карапага. Какие у него остались впечатления после общения с руководством и учащимися школы, расскажет Альбина Ланкова. Все с нетерпением ждут долгожданных гостей в школу, которая носит имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Аслана Бжани встретили тепло по абазинским обычаям. Гости направились в школу на экскурсию. Добрая улыбка, мягкая походка Аслана Бжани, а еще неподдельное внимание к собеседнику располагает безоговорочно. Ознакомившись с экспонатами в музее, почетным гостям рассказали об именитых земляках, которыми гордятся жители аула Карапага. После все зашли в класс. Для них был организован урок на абазинском языке и общение с детьми. Занятие прошло динамично, но а главное, дети остались довольны встречей с высоким гостем. В нашем маленьком ауле это очень редко, чтобы президент страны приехал к нам. Было приятно отвечать на вопросы, и в целом было приятно видеть президента Абхазии, то, что находишься в одной комнате с таким великим человеком. Абхазия – прекрасная страна с божественной природной благодатью.
А в актовом зале школы гостей ждала яркая праздничная программа, театрализованное представление, чтение патриотических стихотворений. Хореографические и музыкальные номера придали официальной встрече праздничное настроение. Президент Аслан Бжания поблагодарил руководство школы и учащихся за теплый прием и еще раз убедился в том, что Карачаево-Черкесия находится на пути созидания и развития. Абхазы и абазины – один народ, и мы заинтересованы расширять и укреплять братские узы, отметил он. Как я понимаю, это одна из лучших школ. Уровень преподавания, знания родного языка детей – на меня все это произвело очень положительное впечатление. Я буду уезжать из этой школы с очень хорошим настроением, потому что то, что я увидел, вселяет уверенность в наше будущее. Несмотря на волнение, встреча в школе аула Карапага оставила незабываемые впечатления как для дорогих гостей, так и для его жителей. Представленная программа была насыщенной. Особенно значимым подарком стала запись, оставленная в памятной книге на родном языке «Братья База». Хочу, чтобы вы знали, что руководство Абхазии всегда выступает за укрепление и развитие братских народов. Храни вас Всевышний, записал президент Абхазии Аслан Бжания. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Апофеозом всех праздничных мероприятий к столетию Карачаево-Черкесии стало масштабное театрализованное представление на стадионе «Нарт». В гала-концерте участвовали звезды российской эстрады, яркие творческие коллективы нашей республики. Поздравления главе Рашиду Тимрезову и жителям адресовали представители федеральных органов власти, делегации субъектов Российской Федерации. С мега-шоу репортаж Светланы Шагановой. Карачаево-Черкесия – страна снежных вершин. С днем рождения! Слова поздравления с вековым юбилеем звучат повсюду. Грандиозный праздник собрал тысячи людей, жителей Карачаево-Черкесии и гостей. За 100 лет республика достигла значительных успехов. И мы по праву можем гордиться тем, что живем под мирным небом, живем одной дружной семьей. Такого количества людей стадион «Нарт» не видел давно. Почти 18 тысяч зрителей. Масштаб мероприятия говорит сам за себя. В гала-концерте участвуют лучшие из лучших. На сцене ведущие театрализованного представления, заслуженная артистка России Зара, заслуженный журналист Карачаево-Черкесии Светлана Казиева, заслуженные артисты республики Ярослав Щекланов и Артем Разин. На сцену приглашаются почетные гости праздника, официальные лица. От имени главы государства Владимира Путина и от себя лично к жителям Карачаево-Черкесии обратился полпред президента России в СКФО Юрий Чайка. Вы по праву можете гордиться родным краем, древней самобытной культурой живущих здесь народов, именами и достижениями многих поколений предков, писавших яркие страницы в истории Отечества. Сегодня регион обладает серьезным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения крупных инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую сферу. Также Юрий Чайка добавил, что дружными усилиями многонационального народа республики достигнуты серьезные позитивные результаты в экономике, туризме, общественной, культурной, спортивной и других сферах. Воплощаются большие проекты, создаются новые рабочие места. Все это ради одной цели – повышения качества жизни каждого человека. Заместитель председателя правительства России Александр Новак зачитал поздравительный адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Карачаево-Черкесия – это особый край, который со своей природой, со своими великолепными реками, действительно, озерами, со своими традициями, обычаями, со своей историей. Но самое главное, что в Карачаево-Черкесии живут удивительные люди. Это трудолюбивые люди, мужественные, добрые. И все, что происходит сегодня здесь, развитие республики, это благодаря тем людям, которые здесь живут.
Поздравить братскую Карачаево-Черкесию с юбилеем приехали руководители Абхазии и Южной Осетии, официальные делегации из российских регионов. Сотни лет под этим небом на этой земле развивается большой многонациональный народ. Пускай эти сотни лет будут лишь только основой для дальнейшей тысячелетней истории, дружбы, мира, процветания в семьях, счастья и улыбок наших детей. Пускай эти сотни лет будут залогом большого будущего, большой дружбы народов Северного Кавказа и Великой России. В свою очередь Рашид Тимрезов поблагодарил всех гостей за теплые поздравления и искренние пожелания и отметил, что народы Карачаево-Черкесии прошли долгий, яркий, порой непростой путь длиною в 100 лет. Самое главное достояние нашей республики – это ее многонациональный и многоконфессиональный народ, который трудился и будет трудиться на благо Карачаево-Черкесии и России. Каждый из вас, уважаемые земляки, внес определенный вклад в развитие нашей республики и страны, в укрепление ее единства и силы, когда это особенно важно в условиях нового времени и новых вызовов. Я хочу поблагодарить нашего национального лидера, президента Российской Федерации, за постоянную поддержку ко всем регионам нашей большой страны, ну и Карачаево-Черкесии в частности. Карачаево-Черкесию с юбилеем поздравили и космонавты с орбитальной станции. Яркие звездные поздравления сменились ярким театрализованным представлением, в котором отражены страницы истории Карачаево-Черкесии от гражданской войны, в которой горские народы принимали активное участие в жизни и защите молодого советского государства, до печальных страниц Великой Отечественной войны, где наши земляки отважно защищали страну от врага. Мудрость и мужество народов помогли выжить в тяжелое время, в годы депортации. Все это отразили масштабным действием. Мы славим мудрость народов Карачаево-Черкесии, братство и силу национального характера. Карачаево-Черкесия прошла все ступени становления. Сегодня республика живет и процветает. Создаются семьи, рождаются дети. На праздник пригласили молодые пары. Среди них и семья Белоголовых. Владимир Семенович и Елена Федоровна. Вместе они уже больше 50 лет. Много прекрасных композиций прозвучало в этот праздничный вечер, и многие посвящены прекрасной Карачаево-Черкесии. Композитор и певец Ренат Джанибеков специально к столетию написал песню, которую исполнил в дуэте с заслуженной артисткой России Зарой. Песни сменялись танцами. Государственный ансамбль «Эльбрус» и колоритный коллектив «Корча» представили яркие хореографические композиции. Подарил невероятную свою энергию балет «Тодес» и певец Ислам Итляшев. Бурные овации. И на сцену выходит народный артист России Стас Михайлов. Популярные хиты пели все. Без тебя, без тебя, все ненужным стало сразу. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя. Ну давай, давай, давай. Стадион погружался в полумрак, но его озаряли яркие огни. Зрители, словно участники большого хора, исполняли песни вместе с Бастой. Лет – это только этап. Впереди новая история процветающей Карачаево-Черкесии. Гордость России лучшая из чудес. Там, где берет исток Кубань, где плавит до небес. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Елизавета». Всего доброго.
Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агро с 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14 и 16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на minvodyagro.rf. 12+. Зовут меня Злыднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200.